завтра рухнет Россия, следующими будем мы, и даже не следующими. Вместе туда пойдем. Поэтому сегодня ситуация настолько напряженная, и мы идем по такому тонкому льду, если только неверный шаг влево-вправо, и мы провалимся на тут. Подходя черту, еще раз скажу, биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленина. Это у них декоммунизация называется. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну.